Остров Колгуев – самый северный и наименее заселенный пункт архипелага в игровом мире Operation Flashpoint Cold War Crisis. Согласно игровой легенде, расположен где-то в акватории Балтийского моря, имеет пару необитаемых островов-спутников. Название острова имеет древнефинское происхождение и в буквальном смысле означает «треугольник». Впрочем, крайне низкая плотность населения здесь обусловлена вовсе не климатическими условиями. Как известно из легенды, в 1945 году силами Красной Армии остров Колгуев был освобожден от германской оккупации вместе с рядом соседних островов. Ввиду значительных разрушений, которые были нанесены мирным населением в ходе боевых действий, и нецелесообразности их восстановления, практически все местные жители переселились в соседние острова. Остатки коренного населения впоследствии были депортированы с острова по причине размещения на Колгуеве военных баз советской армии. Кто знает, если бы не война, то вполне возможно Колгуев к настоящему дню был бы наиболее процветающим островом архипелага. Ведь он имеет удобное географическое расположение, уникальные природные ландшафты, чистейший воздух гор и хвойных лесов. Больше того, до наших дней сохранилось множество разрушенных поселений, городов, поселков, деревень, не имеющих названий, а также достаточно разветвленная дорожная сеть, что говорит о высоком уровне развития острова, достигнутом в прошлом. Ныне безлюдная столица находится на северо-западе острова, квадрат CF-46, имеет ряд широких улиц и множество зданий различных архитектурных стилей, напоминающих о славном прошлом. Остатки стен, разрушенных прямым попаданием снарядов, зияющие пустотой, оконные блоки, полностью выгоревшие дома и мертвые деревья в округе навевают мрачную атмосферу. Поблизости от разрушенной столицы Колгуева за несколькими заградительными постами находится резиденция генерала Губы, командующего контингентом советских войск на архипелаге. Роскошное двухэтажное здание с флигелем оснащено всем необходимым не только для комфортного проживания, но и для оперативного управления войсками. Впрочем, в корне неправильно говорить о том, что ныне остров Колгуев полностью безлюден. На самом деле здесь расположены свыше десятка советских военных баз, на территории которых дислоцируются военные части. Наряду с этим здесь сохранились единичные гражданские постройки, жители которых заняты преимущественно лесозаготовкой, а также работой в отраслях обеспечения военных. Единственным сохранившимся населенным пунктом в Колгуеве является деревушка Кардив, расположенная на самом юге острова, представляющая собой остатки одноименного города. Удобные природные бухты на побережье острова обусловили создание нескольких причалов и пристани, имеющих важное стратегическое значение. Ландшафт Колгуева преимущественно скалист, покрыт многолетними лесами, имеются заболоченные низины. Это значительно упрощает ведение оборонительных операций и является серьезным испытанием для атакующей стороны. Благодаря наличию постоянно действующих военных баз, основные магистрали которых имеют качественное асфальтовое покрытие, позволяет беспрепятственно перемещаться по острову на автомобильном транспорте. Название острова Колгуев, как и в игре Arma, так и в игре Operation Flashpoint, позаимствовано у реального острова, находящегося в акватории Беренцева моря, являющегося частью Российской Федерации. Реальный Колгуев относится территориально к Ямало-Ненецкому автономному округу, занимает площадь около 3500 квадратных километров и имеет население около 300 человек. Малозаселенность острова связана с близостью Северного Ледовитого океана и суровым климатом. В то же время очертания и ландшафт игровой локации Колгуева практически достоверно повторяют конфигурацию другого реального острова – Тенерифе, являющегося составной единицей Канарского архипелага и принадлежащего Испании. В то же время Тенерифе считается достаточно густонаселенным островом, поскольку численность его населения около 900 тысяч человек. Климат острова теплый и довольно благоприятный, недаром его второе название – остров вечной весны. Материал подготовил Вельтмейстер на сайте arma.kva.ru.